10 марта 2013 года навсегда вписан в мировую историю спорта. Именно в этот день на Увадской земле состоялось открытие первого чемпионата мира по лыжным гонкам среди глухих спортсменов. В торжественной церемонии приняли участие представители сборных Турции, Казахстана, Украины, США и России. Место проведения спортивного праздника выбрано не случайно. Я знаю, что спорт глухих должен быть на уровне, как у здоровых спортсменов. У нас такие же правила, поэтому техническая оснащенность, все на международном уровне. Соревнования проводить можно. Мы хотим проводить в России так, чтобы иностранцам все запомнилось. Не только на всю жизнь, но и на поколение. Потому что Россия огромная. Иностранцы в основном приезжают на чемпионаты мира в Москву, в Питер, в крупные города. А такой уголок, как прекрасная Тюменская область, у вас, они никогда не видели бы. Поэтому, я думаю, надо все больше и больше привлекать в будущем, чтобы проводить международные соревнования в Увадском районе, в таких красивых местах. В течение 7 соревновательных дней сурдлимпийцам предстоит выявить победителей в индивидуальных, спринтерских и эстафетных гонках, а также дуатлонах и масс-стартах.